Правило «Маленького принца» приводить с утра в порядок свою планету актуально и для этих ребят. Бригада «Тобольск настоящий» сегодня делает чище здание кванториума и прилегающую территорию. После недавнего ремонта нужно очистить плитку от пятен цемента. У 15-летнего Александра Злыгостева это уже третья смена за лето. Меня привлекает обстановка такой слаженной работы, то что все хотят сделать лучше наш город. Вот. Мне это очень нравится. Не только заработок, это еще новые знакомства. Что-то новое всегда узнаешь, это везде. Вообще интересное время проводить. Там не то, что дома сидеть. Таких трудолюбивых, как Саша, этим летом набралось почти 1500. Сейчас стартовала пятая, финальная смена. Работа для ребят приготовлена разная. Например, 8 человек за лето трудились в комиссии по делам несовершеннолетних помощниками архивариусов. Их основная задача – систематизация документов для передачи в архив. Работа заключается в том, что они распределяют эти документы по папкам, оформляют эти папки, обложки, подшивкой занимаются документы. Это очень кропотливая работа, несложная, но очень важная. И учитывая тот объем работы, который осуществляется в комиссии по делам несовершеннолетних, помощь ребят нам очень важна. А еще девочки утилизируют ненужные бумаги с помощью шреддера, выполняют доставку корреспонденции как курьеры. Я почувствовала важность моей работы и ответственность, потому что это очень важные документы, и если я их потеряю, то это действительно будет серьезно. Это довольно удобная работа, потому что мне платят. И сейчас несовершеннолетним, кроме как отряда мэра, очень тяжело найти работу. Я не знаю, куда можно еще пойти официально. Работа на свежем воздухе или с документами каждый может найти по себе. В этом году, например, вакантные места появились у управляющих компаний. Мы каждый год стараемся маневрировать с точки зрения наборов профессий. Конечно, там традиционные, которые у нас всегда, как бы и город нуждается в этих помощниках, таких как уборка территорий, зеленого хозяйства, это безусловно. Но мы прислушиваемся к детям, то есть у нас в этом году те же музейные смотрители, введена новая ставка, помощники корреспондентов, которые как раз помогают освещать деятельность отрядов мэра. Тех, кто ударно поработал, будут чествовать 24 августа в саду Ермака на закрытии трудового лета. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.